Молодые адепты древнего боевого искусства. Краснодарские борцы стали лучшими на краевом чемпионате и первенстве по спортивной борьбе «Панкратион», что прошли на этих выходных. На ковер вышли почти 200 спортсменов со всего региона, в том числе из Сочи, Туапсе, Геленджика и Армавира. В общекомандном зачете чемпионата победу одержали представители Краснодара. На втором месте спортсмены из Геленджика, третьими стали сочинцы. Из победителей и призеров турнира сформируют сборную Краснодарского края. Честь Кубани они будут отстаивать на чемпионате Южного федерального округа, который запланирован в Севастополе через две недели, 9-11 февраля. Панкратион как вид спорта в последнее время становится все более популярным. И все большее количество участников принимает участие в соревнованиях, турнирах, что показывает наш чемпионат и первенство. И единственное отличие от смешанных единоборств, то, что у нас спортсмены выступают на коврах в защитном обмундировании, что позволяет снизить уровень травматизма. Панкратион был известен еще в Древней Греции и даже входил в античные Олимпийские игры. Совмещая приемы борьбы с ударами руками и ногами, он в какой-то мере является прародителем современных смешанных единоборств.